Но погубило тех, кто был до вас, множество вопросов, которые их не касались. Вахтилявухум, и ихнее противоречие биамбияихим, ихними пророками. То есть, когда человек вопрос, много вопросов задает, спрашивает, и не делает то, что в ответ получает, не руководствуется. Просто, как у нас говорят, для прихода спрашивает, для прикола спрашивает. Вот просто человек вопрос задает. И здесь говорится, что вот здесь, когда посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассаляма, «Я айюханнас, о люди, قد فرض الله تعالى عليكم الحج فحجوا الله обязал совершать хадж, так совершайте же его. Тогда один из присутствующих спросил, قال الرجل أكل عام يا رسول الله, а что, каждый год что ли совершить, о посланник Аллаха? И он опять, пророк промолчал, саллаллаху, он опять говорит, كل عام يا رسول الله, каждый год, что ли, о посланник Аллаха? Он опять замолчал, а пророк не ответил, саллаллаху алейхи ва саллям. Еще раз он повторяет. Кулля ам я расул Аллах. Каждый год, что ли? Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ляу культу наам ля ваджабат. Если я скажу да, вы будете обязаны его совершить каждый год. Поэтому, говорит, поэтому посланник говорит, оставьте меня, заруни ма тарактум. Оставьте мне то, что я оставил. То есть оставьте меня, не спрашивайте об этом. И то, что я оставил, вот это делайте. Оставьте то, на что я не ответил, имеется в виду. Здесь что понимается? Если человек спрашивает каждый год, что ли, это уже получается, посланник Аллаха ответ каждый год, ты же обязан его делать. А сейчас хадж мы должны делать, когда мы можем. Раз, вот один раз в жизни. Человек, появилась возможность, он совершает. И нет в этом проблем. Также был другой случай, который передает Табрани. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, делал хутба. Факама илейхи рагуль факаль. Один человек встал и сказал, айна аби, где же мой отец? Посланник Аллаха сказал, финнар, он в огне ада. Другой встает и говорит, айна аби, я расулла, а мой отец где, говорит? Тоже обозначил где-то, ну, аду. Другой говорит, «Ман аби», говорит теперь. «А кто мой отец?» говорит, другой спрашивает. «А твой отец Хузафа», говорит. Ненужных вопросов ему задавали. «Ахуа галдбану Мухаммар ваджху», говорит. Посланник Аллаха очень сильно разгневался. Вот эти вопросы, которые «Где мой отец?», «Кто мой отец?», «Для чего мой отец?», «Где я живу?», «Где я нах?». Дело доходило до того, «Айна накати?» они спрашивали пророка. «А где моя верблюдица?» говорит. «Куда она потерялась?» «О, посланник, скажи мне, где она?» говорит. Как будто с этим колдуном или жрецом обращались они. Тогда ниспослан был аят «Бисмиллахи ррахмани ррахим». «Я айюха лазина аману». «О те, которые уверовали, не расспрашивайте о делах, которые, если вам выявятся, тасукум, вы это не совершите, не последуете или проявите черствость. Не расспрашивайте много, когда ты не справишься с этим». Когда ты не поймешь это, когда ты не собираешься сделать это, тогда не спрашивай, потому что ахляка, упогибли те, кто были до нас, мои братья, из-за этого. Когда Муса повелел заколоть корову, это повествуется в Коране, они сказали, а что за корова, какой цвет коровы, где эта корова, в итоге пришлось сколько-то отдать золотых монет, чтобы приобрести корову, просто могли бы заколоть, просто любую корову закололи, хватает. Нет, они начали спрашивать, какая, какого цвета, где, откуда и так далее. Усложнили себе ситуацию. А ведь все намного проще, чем нам кажется. Вот сегодня, например, вот этот хадис действительно, кто-то может подумать, каким образом это нас может коснуться сейчас. Действительно. Каким это? Ну, при пророке были моменты. Даже сподвижники рассказывают, мы любили, чтобы бедуин заходил к пророку, потому что много вопросов задавая, пророк сердился, ему не нравилось. Ему было неудобно. А бедуины расспрашивали, что хотят, они без адаба, у них не было этики. Они, о, Мухаммад, о, посланник, они как попало обращались. Даже в Коране Аллах о них повествует, что они ближе к ширку, ближе к нифаку даже, потому что они были такие, черствые люди были они.
И сподвижники, говорят, мы радовались, когда они заходили, потому что через них могли передать почту, чтобы они спрашивали пророка. Но сегодня, например, есть социальные сети. В этом большое, на самом деле в социальных сетях уже интернет большое благо. На самом деле в этом есть большое благо. Но знания, братья, если вы, может, вы знали, знания тоже это оружие в какой-то степени. И когда оружие попадает в человека, который не готов это оружие нести, он начинает направо-налево срубать все, то, что перед своим носом видит. Есть социальные сети, интернет, нету дозирования информации. То есть там информации много. И когда человек что-то читает, разумеется, он натыкается на разные статьи, которые действительно ему сложно понять. И за вопросом вопрос, за вопросом мало ответов он получает. И много вопросов у него бывает. Но эти вопросы надо задавать кому-то. И когда человек задает этот вопрос, получая ответ, он ответ тоже не понимает. И это смущает человека. Поэтому мы видим смущенность, растерянность некоторых молодых братьев. Действительно, когда человек не понимает, чего придерживаться, что говорит, где говорит, как. Вот это тяжело бывает человеку. Почему? Информации очень много. Информации очень много. И тут такой момент интересный. Здесь попроще тоже не получается. Если ты скажешь, давай куда-то все оставлю. Только Коран, хадис тоже. Опять-таки это надо понимать. Опять-таки много переводчиков. Разная призма понимания. Все равно нужно изучать науку. Обратно мы возвращаемся к науке. И вот здесь хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма. Мин хусни ислами мриин тарку ма ля яанихи. Рауау тирмизи. Хадисун хасанун сахих. Прекрасен ислам человека, какого человека, который оставил то, что его не касается. Занимается торговлей, изучает о торговле. Но если человек занимается торговлей, но он там что-то другое изучает, помимо торговли, это ему не спасет перед Аллахом. То есть, если человек изучает ильм-уль-халь, как ученые говорят, то, что его касается на данный момент, это принесет большую пользу человеку. Если я сегодня нанимаю строителя, который должен мне, как говорится, построить дом, должен. А он там начнет с окон там что-то собирать, я не буду удовлетворен. Я тебя позвал, чтобы строить, а не мне там окна где-то делать. Это не... То есть это человек должен заниматься то для чего он, вот, чем он занимается, они. Если намаз, намаз он изучает. Веру Аллаха, субхану ва-таля, акида изучает. То есть все планомерно, мои братья. Тадарруч должен быть. Тадарруч – это постепенность. Наука за наукой. Например, когда мы... Ну, все это элементарно, в принципе же, нет разве? Если я своему ребенку в школу отдаю, я же его 11 класс не отдаю. Это же логично, нет разве? Если сегодня мы знаем, есть хороший профессор, врач медицины, я же не говорю, давай померяемся с тобой силами, кто лучше знает. Это будет глупо, я не разбираюсь в медицине. Если человек хороший боксер будет рядом со мной, хороший такой боксер, я тоже не скажу, я тягаться не буду с ним. Он меня нокаутирует. Я знаю, что я не справлюсь. И я перед ним даже понтоваться тоже не стану. Это будет глупо с моей стороны. И люди скажут, ты как выглядишь смешно, неубедительно. Так же и в науке, мои братья. Самый лучший вариант – это тадарруч. Аккуратно изучать нашу религию. Намаз, закат, ильм таухид, акида – все постепенно, когда мы изучаем, человек постепенно понимает свою религию. И в этом есть большое благо для человека. И сегодняшнее положение тоже. Часто мы говорим о мусульманах, которые там, тут, вот и страдают, конечно. И мы знаем, что в мире творится. Одним из решений проблемы, конечно, является следование нашей религии. Если мы будем следовать нашей религии, сподвижники, вот одну вещь надо, мои братья, понять. Сподвижники не выигрывали количеством. При Бадре было их 3 раза меньше. При Ухуде было их меньше. В каждом газавате, в каждом бою сподвижников мусульман всегда было меньше. Они не выигрывали количеством. Они не выигрывали там какими-то социальными там роликами, тоже не выигрывали они. Физкультурой там занимались, тоже не выигрывали. Они качали, прокачивали свой иман. Они соблюдали религию Аллаха. И Халид ибн Валид, это знаменитая цитата, когда он написал персидскому царю, он сказал: «Салам тем, кто уверовал и кто на истинном пути». Это обращение к персидской собаке от Халид ибн Валида, он сказал. Я пришел с мужчинами, которым смерть дороже, чем ваша жизнь вам.
Вот такие были мужчины. Вот такие мужчины выигрывали. Понимаете? Вот как они, вот этот дух, вот этот ислам в сердцах, вот этим они побеждали. Вот и все. Не количеством там, качество должно быть. Качество. Ну, кто из нас сегодня, не то что даже любить смерть, кто о ней думает сегодня из нас, мои братья? Давай так скажем. Мы полностью отвлечены. Наши планы, наши разговоры, мы всегда думаем о том явлении, которое никогда не наступает. Это завтра. Оно никогда не наступает. И даже завтра будет сегодня уже. По-любому завтра не наступает. И мы о ней переживаем. Что будет потом, через год, через два. Такие крутые планы. Планы не на один день. Планы бывают на года. Это у нас сегодня, мы вот так мы живем. Рахат, рахат. В этого дуня мы берем, получаем. Конечно, мои братья, выходя на Рузман, каждый человек должен своим делом заниматься. Мы не имеем в виду, что человек должен вообще дуня оставить и так далее. Посланник Аллаха. Вот есть люди, которые что Махди ждут. Вот скоро Махди выйдет. И там, короче, жена тоже на трех работах пашет. А это мужлан сидит, там Махди ждет. Ну, наверное, его только Махди касается. А семья, кто их будет кормить? И посланник Аллаха по поводу этого удивительно, да, вот. Ну, знал, да, знал посланник Аллаха, что с нами будет на самом деле. Свой ум уже знает человек. Это величайший пророк. И он сказал по поводу этого. Если даже человек знает, завтра будет день великого суда, и он держит саженец, вот саженец, он говорит, не надо выбрасывать, не надо портить. Посади, говорит, это саженец. Посади его. Делай дунья, но делай его как дунья, как мирской. Никак, не поклоняйся мирскому, не бегай за ним. Ради авторитета, ради имени, ради кресла, ради правления мы готовы не только себя, но и религию продаем. Но это продается аккуратно, как сегодня делают правители мусульман. Вот так это аккуратно они продают. Разными сам отговорками, с кем-то договор, того, этого, как один выступающий говорит из этих куфаров, он говорит, я общался с разными главами этих мусульманских, он говорит, вы знаете, они, говорят, более евреи, чем эти сионисты, говорит. Да, я в шоке был, честно говоря. И он говорит, почему? Потому что они, говорят, когда мы спрашиваем о евреях, мы любим евреев, то есть яхуда, вот сионистов, мы их любим, мы то, мы все. Я, говорит, понимаю, эти люди больше, говорит, любят сионистов, поэтому они больше сионисты, чем настоящие сионисты, говорит. Но, знаете, это все же, шайтан все это украсит человеку. Что-то опять человеку с миллион рублей поставляют, твою веру продашь ты. Он не продаст, но это по-другому делается. Понимаете? По-другому. Типа договор, мы там хорошие, вы хорошие. Потихоньку. Вот так человек продает же религию. Это же так сразу не бывает. Поэтому шайтан украшает эту мирскую жизнь, украшает человеку. Ему кажется, что он делает хорошее, благое, и он забывает религию Аллаха. Потихоньку отдаляется от нее. Ну что стоит, например, сегодня? А давай вот так представим. Ну что стоит сегодня дневные намазы? Давай я оставлю, а потом буду возмещать оптом их. Но зато буду делать, благое дело буду делать. Нет, вот так же успокаивает себя. Нет, брат, нет. И некоторые говорят, когда намаз не делают, между прочим, они говорят, а что я плохого сделал? Я же всем хорошее делаю. Ну вопрос, а для чего мы сотворены тогда? Хорошее может любое творение Аллаха может и хорошее, и плохое, как рефлекс совершать. А в чем разница между нами и, как говорится, любым творением, если мы только добро творим, но мы не знаем поклонения Аллаху? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لَعْبُدُونَ Не создал творение, не создал людей и джинов, кроме для поклонения же. А в чем разница? Если ты делаешь благо, делай благое, брат, делай благое. Не делай, никто не говорит. Мы же не говорим, выбирай, намаз или хорошие поступки. Нет, будь хорошим, будь благонравным, но фундамент тоже строй. Ты будешь делать красивый дом, там со всеми прибамбасами, скажем так, да, вот нынешнего времени. Но фундамента если нету, мы говорим, фундамент построй, брат мой. Без него не будет цены твоему дому. И посланник Аллах про это говорил очень часто. Намаз, поклонение, это есть фундамент. Будьте хорошими, это еще лучше даже. Но не оставляйте основное предписание Аллаха Субханаху ва Тааля. Пусть Аллах нас сделает из числа крепких мусульман. К большому сожалению, огромнейшему сожалению, конечно, мы можем много говорить. Вот все
Иногда зачастую общаясь с братьями, ну, разная интеллигенция бывает, разные люди, в разном кругу, встречаясь с разными людьми. Но вы поверьте, есть люди, которые приезжают с России сюда. Эти люди говорят, если в плане греховности, между прочим, Махачкала не отстает, говорят они, даже похлеще здесь есть. Ну, такие люди, которые ведут разный образ жизни, ведь среди них есть покаявшиеся тоже. Бывают люди, которые вел очень безобразный образ жизни. Ну, покаялся человек, и он бывает рассказывает, и на душу изливает, да, человек, рассказывает имамам там или знающим людям. И вот много мы историй разные слышим от разных людей. Это все у нас, братья. Все это есть, вся грязь. Вот, вот ткнуть пальцем, вот это грех. К сожалению, оно у нас есть. Поэтому нам нужно работать над собой, стараться. И обычно говорят же, Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, есть такое сказание ученых и вообще салифов. Человек, когда не понимает что-то, Аллах испытывает его этим делом, чтобы он понял уже, через испытание Аллаха, Субханаху ва Тааля. Пусть Аллах нас не испытает. Пусть Аллах наш иман не испытает, мои братья, иначе мы не знаем, как себя поведем. Дай Аллах, чтобы мы понимали религию Аллаха без испытаний, налегке, как у нас говорят, чтобы понимали религию, чтобы следовали религии Аллаха, чтобы уважали, любили друг друга. Ведь рядом с пророком, который находились, у нас сегодня как идет работа? Ваше поведение многих. Те, кто рядом с пророком, салам, сподвижники, Аллах как их описывает? Наверное, часто вы слышали об этом. Как Аллах их описывает? Он описывает рухама. Они милостивые друг другу. Они же верующие люди, но они очень жесткие к неверию, неверующим. А наоборот, друг другу они являются мягкими. Друг друга они любят, а неверие, неверующих они не любят. К ним они черствые. У нас порой бывает наоборот. У нас порой бывает наоборот. Но знаете, братья, и в конце вот этот приведу, аята, никогда не будут тобой довольны, Мухаммад, этот пророк обращается, никогда не будут тобой довольны христиане и иудеи, никогда, хатта таттаби'а миллятахум, пока ты не примешь их веру. Но толкователи этого аята говорят, представьте себе, даже когда ты примешь их веру, они будут тебя унижать, сказать, это бывший мусульманин, предатель, вот так они оскорблять тебя будут, все равно ты в нищих рамках будешь. И никогда не будет, как сегодня может шайтан быть доволен верующим. Никогда не будет, мои братья. До тех пор, пока в том случае, пока сужда ты не сделаешь, и ты вот казнят в сужда шайтану, пока ты вот так не уйдешь, иблис доволен не будет мусульманином. Знаете это, братья? Знаете это? Поэтому мы не должны друг друга оправдывать. Мы должны стараться изучать религию Аллаха, субхану тааля, стараться жить по религии Аллаха, субхану тааля. И в первую очередь, конечно, иметь милость друг к другу. Ва ахиру дуана, ан-нилхамдулиллахи раббиль аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.